Здравствуйте, дорогие мои девочки. Сегодня решила поехать в каньон. Каньонами называются у нас торговые центры в Израиле. И решила показать вам, как красиво вокруг. Вышла немножко раньше. И посмотрите, какая красота. Какая чудная природа. Какое красивое небо. Вдалеке видно море. И, конечно же, каньон. Сегодня мы с вами пойдем в H&M. Давно я там не была. И мы посмотрим, что же новенького нам привезли. Очень давно не была. Возможно, там нас ожидает уже летняя коллекция. А мы об этом не знаем. Сейчас все узнаем. И посмотрим. Людей немного. Значит, в магазине будет возможность поснимать. Никто не будет мешать. Заходим. Как всегда, продаются украшения на первом плане, недалеко возле кассы. Бижутерия для молодежи. Маленькие сумочки плетеные, шляпки. То есть дело подходит уже к лету. Прогулялась по залу, посмотрела. Ну, что хочу сказать. Не могу сказать, что меня так сильно впечатлило что-нибудь. Ожидала большего, если честно. Но единственное, что порадовало, это наличие льняной одежды. Как всегда, льняные брючки. Свободные, широкие, на резинке. В общем, все, как мы любим. Разнообразные расцветки. Всякие размеры. Так что есть из чего выбрать. Льняных брючек много не бывает. И голубые, и белые, и в полосочку, и хаки, и серые, и, в общем, и черные всевозможных расцветок. Пока гуляла, подумала о том, что у меня нет льняных черных брючек. Да. То есть они есть, но их нужно обновить. Вот, кстати, понравились мне костюмы. То есть это не костюмы, а отдельно брючки и рубашки. Тоже льняные. Ну, вот этот цвет красивый, баклажан. Наверное, смесовая ткань такая. Лен, возможно, с чем-нибудь еще. С вискозой. Но очень интересно смотрятся комплектом. Очень мне понравились. А еще в полосочку хороший комплект. Бежевые брючки сейчас увидите. Вот эти брючки. И к ним не просто рубашка, а платье-рубашка. Просто замечательного качества и хорошего пошива я посмотрела. Длинное, с разрезами, в общем, все как мы любим. И если все это... Я сразу, девочки, представляю себе, как это выглядит. Если все это вместе надеть на себя и еще добавить украшения, какой-нибудь длинный сатуар, большие серьги, и это будет красиво смотреться, да. А можно еще и шарф. В общем, все можно. Нам, модница, можно все. Мы модницы, смелые бахини. 100 раз уже говорила. Не такие, как все. А вот еще красивый
цвет тоже розовый такой, и брючки, и рубашечки вместе. Всегда все висит рядышком. Для тех, кто хочет собрать комплект, даже не нужно стараться где-то искать и выбирать. Вот брючки в полосочку и такие же и рубашки есть. Тоже можно собрать прекрасный комплект. Добавить украшения, обувь и вуаля, вы сами знаете, вы кто. Звезда. А меня тянет на такие оттенки невыбеленного льна. Нравятся мне такие приглушенные. Вот еще увидела в полосочку такие интересные льняные туники. А вот очень понравилась рубашка оранжево-красноватая. Очень-очень понравился такой яркий цвет. Я даже немножко пожалела о том, что ее не купила. Льняная, хорошего качества, довольно плотная и хорошо пошита. Зеленые, голубые, розовые. В общем, выбор рубашек очень большой. Но это, в принципе, основа какого-нибудь образа. И потом можно добавить жилет, можно шарф, можно украшения, обувь, сумка. В общем, вы знаете, девочки. А еще мне понравились вот такие жилетики из такой ткани, как двойная марлевка. Мне уже кто-то писал, как она называется. Кажется, муслин. Если я ошибаюсь, скажите мне об этом, поправьте меня. Мне нравится такая ткань. И жилетики выглядели очень даже неплохо. Я сразу себе представила, как они могут смотреться в каком-нибудь образе с широкими брючками. И даже со шляпой, почему нет? Хороший такой U-образный вырез, можно повесить украшения на шею. У кого хорошие ручки, можно смело надеть его просто так. А если хотите их спрятать, то можно накинуть его сверху рубашки, чтобы она выглядывала из-под низа. В общем, будет здорово. Не могу сказать, что меня что-то впечатлило. Ничего такого особенного я не увидела. Наверное, еще привезут нам что-нибудь интересное. У нас еще весна, не сильно жарко. Лето только начинается. Ну, вернее, оно еще не начинается. Это у нас оно начинается. Вот, поэтому будем ждать обязательно, что нам привезут. Ну, а сейчас хотя бы есть база, и она натуральная, и это радует. Я ничего не выбрала, только в раздумьях, возможно, вернусь за оранжевой рубашечкой. Но все равно, с хорошим настроением, погуляла. Едем домой, друзья, и будем смотреть по хвостушке. Ну что, дорогие мои? И вот я уже дома. Хвастаться нечем. В H&M ничего не купила. Это редкий случай, но ничего не понравилось. Еще подумаю, может быть, вернусь за брючками и рубашечками, но на сегодня ничего. Ну, дорогие мои, по хвастушке все равно никто не отменял. Но сначала я хочу вас поблагодарить за ваши теплые комментарии, за поздравления. Я за всю свою жизнь не получала столько поздравлений с днем рождения, и поэтому вам очень благодарна и признательна. Это так согрело мое сердце и так подняло мне настроение, что у меня выросли крылья за спиной и захотелось еще больше придумывать, творить, что-нибудь собирать интересное, что-нибудь, интересные лучки собирать, показывать вам, что продается у нас в магазинах. В общем,
Спасибо вам. Спасибо, друзья, за такие теплые поздравления. Очень я вам признательна. Ну что же, теперь показываю, что же я сделала за эту неделю, где я была и что купила. Первое покажу, посылочка пришла буквально вчера с AliExpress. Пришел вот такой вот браслетик. Уже однажды такой браслетик у меня был. С вот таким вот замечательным, красивым крокодильчиком. Очень красиво сделанный браслет. Но что хочу вам сказать. Однажды у меня такой браслет уже был. Поносить его я не успела. Он сломался буквально в этот же день на моей руке. Стала его надевать. Хороший такой здесь раскрывается этот браслет. Хорошо садится на ручку. Сейчас покажу вам. Очень легко надевается, снимается. Хорошо на ручку садится. В общем, чудный браслет. И тот был точно такой же, с крокодильчиком, только зеленый. Сломался моментально. Заказала еще один. Но когда он пришел, я вот смотрю на него. Да, он сам по себе как игрушка очень интересный, очень качественно сделанный. Но не понимаю, куда же я могу его надеть. Как-то не привлекают меня браслеты в виде животных. Даже не знаю, девочки, посоветуйте. Может быть, плюнуть на все, просто надеть на руку и пусть сияет на руке, на солнышке, летом, под какой-нибудь боховский льняной наряд. В общем, даже не знаю, честно. Смутил он меня, этот браслет, поэтому, в общем, пока будет лежать. Жду ваших комментариев. Может быть, просто я преувеличиваю, считаю его каким-то непригодным к носке. Что-то меня в нем смущает, что я разобраться еще не могу в этом. Ну, в общем, получила еще с AliExpress. Сегодня почти все с AliExpress, но все, да не все, девочки. Получила кепочки. Кто-то хотел кепочки, и кепочек не было. А теперь они появились в продаже. И появились разного цвета. Вот пришли мне две кепочки, и должны прийти еще две у другого продавца. Поэтому ссылочку я оставлю внизу в инфобоксе. Заказывайте, если вам нравится, как они дополняют наряд. Кстати, девочки мне пишут уже не первый раз. Ну зачем вы носите эти кепки? У вас прекрасная прическа и все такое. Да, девочки, она у меня прекрасная. И ходить я без кепочек буду 9 месяцев в году. Это столько длится времени наше лето. И поэтому сейчас, пока еще нет у нас жары, а у нас ее нет, несколько дней было плюс 26, а потом снова стало 18, и поэтому есть возможность мне поносить кепки. Я очень люблю головные уборы, они мне идут и очень хорошо дополняют наряд, поэтому я с удовольствием их ношу. Уж простите меня, это моя особенность. А вы можете не носить, если не любите. Я же с вами просто делюсь и показываю то, в чем хожу я, а вы можете собрать такой же наряд, к примеру, если вам понравилось что-то, ну, исключить из этого образа кепку. Все в ваших руках, друзья мои. В общем, получила две кепочки. Я посчитала, что они неудачного цвета. Но знаете, не нужно так сразу делать выводы. Вот первое синее, темно-синее, это как раз не мой цвет. Такое, как, ну, в общем, темно-синий. Хотела сказать грозовое небо, но грозовое небо, наверное, немножечко другой цвет. Вот смотрите. Мне нужно очень знать ваше мнение, как мне вообще с этой кепкой. Идет? Вот так я ее немножко пригибаю, а то она, чтобы она короной не стояла на моей голове. Идет мне этот цвет? Если идет, то пишите. Может быть, он у вас на экранах выглядит черным? Черный мне точно идет, я знаю. В общем, синяя кепка. А вторая кепка, девочки, бежевая. Я посчитала, что это тоже не мой цвет. А сегодня в одном из лучков вы увидите. И я уже забираю свои слова обратно. Как родная вписалась эта кепка в тот самый лучок, который вы увидите. Вот смотрите. Я посчитала, что этот цвет мне тоже не идет. Бежевый. Как-то делает мое лицо, мой образ безликим. Мне так кажется.
Но когда это все соединилось в один образ, то мне показалось, что эта кепка добавила мягкости. Ну, в общем, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Не буду спешить. В общем, две кепочки пришли. Но и это еще не все, дорогие мои. На кепочке, конечно же, я оставлю описание, в описании внизу под видео, в инфобоксе, ссылочку на них. Заказывайте те, кто хотел и не успел. Надеюсь, у меня все в порядке там на голове. Вот. Дальше следующая покупочка – это очередные штанцы. Ну, девочки, это же не штанцы, а просто вау. Ну, вы же знаете, я люблю такие штанцы, но они настолько вау, что они супер вау. Поэтому я даже не решилась их надеть при всей моей смелости. Смотрите, какие они. Вот такие вот штанцы с заниженным шаговым швом из плотного трикотажа. И еще и по бокам имеют вот такие вот углы. И получаются, и эти углы довольно высоко выглядят. Ну, высоко они находятся. И поэтому смотрится это все как галифе. И я, конечно, читала отзывы и видела фото девочек, которые уже купили эти штанцы. Мне очень понравилось. Но, возможно, они худее меня. Потому что на худеньких все хорошо, конечно, смотрится. Но при всей моей смелости, вы часто пишете, что я смелая, я вот не решилась их еще надеть никуда, потому что. Ну, вы обязательно в следующем ролике их увидите. Я же должна вам их показать. И, конечно же, буду ждать ваше мнение, стоит ли их носить или ждать, пока я похудею. Вот, смотрите, я уже начинаю худеть, девочки. Уже корректирую свое питание и стараюсь придерживаться этого правильного питания, скажем так, да. Вот, смотрите, здесь такие молнии еще по бокам вставлены, и это все расстегивается, можно расстегнуть. Если кто-то немножечко худее меня, я думаю, будет отлично смотреться. Ну, может, и на мне отлично, я не знаю, но, в общем, увидите. Не сегодня, правда, я ничего с ними не собрала, но в следующий раз точно придумаю что-нибудь. Вот так вот расстегивается эта молния, раскрывается, и брючки становятся еще шире. И имеются такие накладные карманы с клапанами спереди. Но мне кажется, было бы даже лучше, если бы они смотрелись сзади. Ну, дизайнер, который конструировал эти штанцы, решил иначе. Вот такая вот покупочка. Ну и следующая моя похвастушка, девочки. Вы думаете, я ничего не делала в течение этой недели? Конечно же, делала. Я добралась до своих тканей, наводила порядок, и на глаза мне попалась искусственная замша сиреневого цвета. И я подумала, что такой потрясающий цвет лежит и ждет своего часа слишком долго. Уже весна, а я никак ничего из него не пошила. Быстренько села, и за два дня, та-та-та-там, вот такой вот сделала жилет, да. Деталей минимум, потому что искусственная замша не любит детали. Когда начинаешь громоздить на нее детали, то это получается грубовато. И вот смотрите, друзья, как я обработала край. Край я обработала зигзагообразными ножницами. Я когда-то ссылочку вам на них оставляла. Не подшивала. И получилась вот такая вот, получился такой вот сиреневый жилет, очень симпатичный, очень свежий и весенний. Я думаю, что пришла пора добавить красок в свой гардероб, потому что сейчас весна, и нужно достать свои вещи, которые висят в вашем шкафу, когда вы раскрываете свой шкаф и говорите себе: снова нечего надеть, друзья мои. Перебираем вещи, сейчас самое время, перебираем и смотрим. Эту юбку с этими брюками я уже, вернее, эту юбку с этой блузкой, вернее, я уже надевала. И давайте поменяем местами, давайте достанем другую вещь и соединим с этой блузкой. А эту юбку соединим с другим жакетом.
Давайте все поменяем местами. Я уверена, что с одной юбкой можно собрать кучу образов, которые вы даже и не представляли себе, что они таятся в вашем шкафу. Вещи, которые вам кажутся несовместимыми, они удивительным образом могут соединиться, если между ними добавить, например, шарфик такой же, как юбка, или обувь такого цвета, как блузка, или кепку соединить с обувью, или кепку соединить с сумкой. Вы помните, я когда-то вам показывала ролик про парные вещи? Вспомните об этом. Кто не смотрел, посмотрите. И вы посмотрите, как чудесным образом в вашем шкафу, возможно, нужно что-то докупить. Посмотрите, может быть, есть вещь, которая вообще какого-то цвета, который вам не к лицу, и которая ни с чем не соединяется. Например, не так просто соединить желтый. То вспомните об этом и купите что-нибудь такое, еще одну вещь желтую, которая соединит первую вещь со второй в вашем образе. Так что, друзья, давайте перебирать свой шкаф. Сейчас самое время. И посмотрите, какое чудо случится, когда вы все это переберете, посмотрите, подумаете и сложите вместе. И тогда не нужно будет бежать куда-то и покупать, обновлять себе гардероб. А сейчас, дорогие мои, как обычно, два лучка. И я вас буду ждать, как всегда, в следующем ролике с радостью и любовью. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, все как всегда. Вы же знаете, дорогие мои. Приятного вам просмотра. Пока-пока. Я тоже, девочки, заглянула в свой шкаф и решила ту же самую юбку, тот же самый джемпер стилизовать по-другому. И думаю, что мне это удалось. Кто-то писал о том, что эта юбка огромными яркими цветами. На самом деле это не цветы. Юбка была коричневого цвета. Я купила ее в H&M. И после первой стирки она потеряла свой вид. И я благополучно побрызгала ее хлоркой, и получились вот такие вот причудливые цветы. Хлорка съела цвет. И теперь эта юбка стала уникальной и единственной в своем роде. Я добавила сюда украшение из полимерной глины, которое я сделала своими руками. Я думаю, вы уже видели его в нескольких образах. И, конечно же, новую кепочку бежевую. Мне кажется, эта кепочка сделала образ мягче. И второй образ тоже из моего шкафа. Этот комбинезон вы тоже видели, девочки. И показывала я его с другим джемпером. И вам он очень понравился, да и мне тоже. А теперь я стилизовала его по-другому, с новым жилетом. И посмотрите, добавила ботинки красные, красную кепочку, украшение, которое мы с вами делали. Мастер-класс я показывала своими руками. Правда, подвес я немножечко заменила на другой. Тот подвес, который мы сделали, мне не очень понравился. И вуаля, посмотрите, совершенно другой образ. Так что очень рекомендую заглянуть в шкаф свой очень тщательно и поискать там вещи, которые вы уже носили, и соединить их с другими вещами, которые вы тоже уже носили. Мы, девочки, часто заглядываем в шкаф и думаем, что нам нечего одеть. Будем исправляться. Спасибо, дорогие мои, за просмотр. Увидимся очень скоро. Берегите себя.